На следующей неделе в большинстве районов Первоуральска отключат газ. Связано это с капитальным ремонтом сетей. Без голубого топлива на несколько дней останутся жители 316 многоквартирных домов и больше 1500 частных. Ремонтные работы на газопроводах будут проводиться с 8 по 13 августа. Специалистам предстоит заменить трубы и задвижки на газопроводе высокого давления. Под отключение попадают дома в северной, южной, западной и центральной частях города, включая микрорайоны Соцгород, Техгород, Шайтанка и Первомайский. Как поясняют сотрудники ГАЗЭКСа, отключения будут проходить в несколько этапов. Более точную информацию они предоставят в понедельник, 8 августа. Энергетики называют предстоящие ремонтные работы беспрецедентными по важности и масштабу, но обещают закончить их в кратчайшие сроки. Замена газового оборудования необходима для подготовки к отопительному сезону и обеспечения бесперебойной подачи газа.